Курма уже сбросила свои листики, а миндаль весь облиственный. Я их пока не заношу еще. Это я укрыла от дождя. Это очень мокрые горшки. У нас сезон мандаринов на веточках. Можно пробовать прививать. На этикетке написано «Мандарин Клементина Испания». Замочила в чистой воде с перекисью. Начинаю прививать. У меня такие подвойчики двухгодичные. И может что-то получиться. Итого получилось 3 таких больших прививки и 4 зубочистки. И вот эти подвойчики, которые я срезала, я заново поставлю на укоренение. Особых надежд не питаю. Прививки в зиму. Может, что-то и получится. Ну вот они, красавчики. На теплом коврике и под светом. Мура метельчатая, которой почти год. Была посажена косточкой 2 декабря 2019 года. Вот такая красотка. Очень медленно растет, конечно. Запах у этих цветочков просто обалденный. Это моя взрослая мурайка. Ее мамка, так сказать. У нее сейчас такой период, очень много соцветий. Одну ягодку я уже съела с нее. Вот цветочек еще собирается быть. Где-то есть еще зеленые ягодки, вот. Они зеленые, их не видно. Вот такая она уже большая. Лампы у нас горят даже днем. Потому что у нас серо и пасмурно. Вот такое небо серое. Ну и здесь тоже. У меня есть такая интересная прививка. Кумкватик вот слева был привит. Наверное, насенец апельсина. Я теперь уже так думаю. Потому что тут вот я не понимала на столе, откуда чего растет. Вот. Но когда появились листики с крылатками, все стало ясно. Наверное, это сеянец апельсина был. Сейчас мы его уберем. А этот отросточек поставим на укоренение. Поставила палочку, подпорку для выравнивания ствола. Вот такой замечательный кумкватик получился. Вот так я мою все свои растения горячим душем. Это лимонный эвкалипт. Вот как вымахал. Так, посмотрим, какого числа он посаженный. 4 апреля 2019 года. Это ему 1,5 года. Стволик уже деревеневший. И вообще надо сформировать, прям скажем. Как-то я этого не делала. Пооборвали для чая все, да?
стоит на северном окне, без подсветки. Это всходы лимонного эвкалипта, посаженные семенами, вот такими. Посажены 30 октября, здесь им 2 недели. Большая удача, потому что у меня этих пакетиков очень много, и не все они всходят. Так, а этот экземплярчик посажен 29 июля. Вот ему чуть больше 3 месяцев. Вот так он медленно растет. А это гранат Нана. Посажен 15 августа. Вот почти 3 месяца. И это один сеянец из... Я уже не помню, сколько пакетиков я израсходовала, чтобы добиться всходов.